глазах песок и жжение. Оптимак. Смотри на мир легко. В среду в Самарской области переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза, плюс 26, плюс 28 градусов днем, ночью 15-17 выше ноля. Ветер юго-восточный, 1-3 метра в секунду. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь с грозой. В дневное время плюс 27, ночью плюс 17 градусов. Восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти небольшая облачность. Днем плюс 27, ночью плюс 16. Юго-восточный 1 метр в секунду. В Самаре переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Днем плюс 26, ночью 15 с плюсом. Северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 43%. Внимание, умеренная геомагнитная буря. Вы постоянно смотрите в монитор. В глазах песок и жжение. Инновационный комплекс «Оптимак» защитит сетчатку глаза от вредного излучения. «Оптимак. Смотри на мир легко». Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.